Через Лабинск прошел маршрут международного мотомарша «Дороги Победы. Своих не бросаем. 2023». Байкеры сделали остановку на площади Победы. Наш мотопробег «Дороги Победы» проходит уже в 9-й раз. И в этом году мы также несем гуманитарную миссию. Участники этапа «Россия-Юг», члены Всероссийского клуба «Ночные волки» посвящают этот мотопробег 78-й годовщине со дня Великой Победы. Вы пройдете теми дорогами, которыми шли наши родные, близкие в 41-м, в 43-м, в 45-м. Теми дорогами, которые политы кровью их. Никогда не померкнет слава нашего советского солдата. Этот международный марш – 9-й по счету. На территории края его представляют «Ночные волки Кубань», фонд поддержки и развития патриотического движения «Дороги Победы». Участники мероприятия возложили цветы к вечному огню. Следующая остановка в Курганинске. Кстати, к колонне присоединились байкеры из Мостовского района, из станицы Вознесенска и из Лабинска. Все участники – это все местные жители, которые неравнодушны к такому великому празднику, которые патриоты своей страны. В городе Кореновске будет организован сбор гуманитарной помощи, которую мы передадим нашим бойцам в зоне СВО, а также местным жителям. Выражаю благодарность администрации города и района за оказанную поддержку организации мотопробега. Также благодарю всех участников мотопробега за то, что присоединились к такому важному мероприятию, как День Победы, то есть память о великом празднике, о Великой Победе. Мотомарш проходит по всей стране. Он стартовал 29 апреля. Финиширует 9 мая в Мариуполе на открытии памятника воинам-освободителям.